А теперь о случившемся на этой неделе странном, необъяснимом явлении. Его многие уже успели объявить подлинной сенсацией. На этой неделе в небе над центром Москвы был замечен темный треугольный объект. По словам свидетелей, объект имел пирамидальную форму и был шириной до 1,5 километров. Некоторые говорят, что это было НЛО, подозрительно напоминающее имперский крейсер из «Звездных войн». Оно висело на высоте 1,5 километра в небе над российской столицей в течение нескольких часов. На одном ролике объект заснят ночью из окна машины, а на другом, вот вы сейчас видите его, днем. Оба видео о вторжении инопланетян, в кавычках, естественно, были сделаны любителями. Однако тема НЛО, как обычно, стала настоящей сенсацией. И ролики попали в топ русскоязычной версии YouTube. Как написала по этому поводу британская Daily Telegraph, журналисты сообщили об НЛО, но никаких комментариев из официальных источников сделано не было. А британский военный аналитик Ник Поуп заявил Daily Telegraph, что это одна из самых странных съемок НЛО, которые он когда-либо видел.